Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня новинка без вложений. Новый букс называется «Нев Колым». Не путайте с нашим старым добрым Колымом. Это совсем другой Колым. Значит, регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. Вход по логину и паролю. Если будет не зарегистрироваться, просто перезагрузите страничку, потому что сильно большая нагрузка идет на сервер. Значит, после чего вы попадете в такой кабинет. Значит, серфинга 28, участников почти уже 1500, а проект работает 0 дней. Это, конечно, супер. Народ прет сюда. Значит, ну вот это наш профиль. В настройках мы указываем платежные реквизиты, прописываем свой Payeer кошелек, нажимаем «Сохранить». Это выход. Но главное — новости, выплаты, правила, контакты. Значит, это наш Колым. Здесь мы просматриваем ссылочки. Давайте одну просмотрим. Смотрите, чтобы просмотреть рекламную ссылочку, нажимаем на название. Так, а вот здесь вот с краю, справа, проверить на вирус можно. Это тоже круто. Так, ну что, за 5 секунд коротенькую ссылочку. Сейчас просмотрим. Перебрасывает нас на страничку. Идет отсчет времени. Так, и капча вот такая. Нажимаем цифру 17. Все. Мы просмотрели рекламку. Таким вот образом мы просматриваем все вот получено. Нашу рекламку. Здесь вкладочка «Вывести». Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Прописываем сумму, нажимаем «Вывести». Для рекламодателей есть рекламный баланс, вот рекламный, и мы пополняем, как бы, чтобы рекламить свои проекты. Вот здесь вкладочка «Рекламировать». Можно свои проекты. Значит, добавить ссылку. И что? Название, описание. Сюда реферальная ссылочка. Выбираем секунды, сколько нам надо. Так. Мне, например, хватает 5-10 секунд. Я не ставлю большие. Вот. Чтобы меня реклама, например, какой-то проект зацепила, вот, и мне хватает 5-10 секунд. И стоимость клика, конечно, 2 копейки. Но это тоже дешево очень. Вот. Так, здесь и нажимаем «Создать». Так, вкладочка «Рефералы» находится наша партнерская ссылочка. Вот она. И связаться с нами — это служба поддержки, как бы. Вот. Ну, сайт еще сырой, как бы, как я уже сказала. Так что перезагружать надо. И сильно пока, как бы, видно, что-то администратор там химичит. И на главной страничке можно, нажимаю «Главная страничка», смотрите, вот здесь зеленый в кружок справа внизу есть чат. Нажмете на этот, как бы, значок и попадете в чат. Ну, как в старом Колыме тоже вот здесь, как бы, общаться можно, да, с участниками. Ну, в принципе, я все рассказала. Кому интересно, присоединяемся. Народу, как видим, народ прет. Вывод будем проверять. Буду делать видеообзор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!